тут? Почему в жизни не бывает чудес? Вот мы не собаку. Чудеса прямо сейчас происходят повсюду. Люди делятся праздничным настроением и вдохновляют друг друга на помощь, искренне, по-соседски. Чудо, когда любимая бабушка говорит, что счастлива. Чудо – это вспомнить и отблагодарить того, кто научил верить в себя и побеждать. Чудо – разглядеть первую любовь и вдохновить на первый шаг. Чудо – это помочь исполниться большой мечте маленького человека. Или исполнить заветное новогоднее желание кого-то очень родного. Настя! И в этой комнате чудеса уже на пороге.